На русском. Го? А, вот, трансфер го. Просто. Да, вот трансфер го, реклама, денежные переводы, трансфер го. Компания трансфер го. Цифровое решение денежных переводов. Ну, я ввел тут, что тут. Заходить на трансферго. Там, кстати, не требуется тот номер, который на карте зеленой этой визы написан. Ну ладно. Странно, ну ладно. А что, ты вырезал тот момент, где я в Венецию через пружину прыгал? А. Ты скинь это видео в виде документа, чтобы качество не потерялось. Знаешь? Ну, короче, смотри, типа, заходишь там. Сообщение. Сейчас. ВКонтакте. Сейчас скажу. Короче, сообщение, вот, допустим, тебе сейчас я что-нибудь отправлю, так, документом. Сейчас какой день недели? А, то есть через 2 дня. Смотри, короче, вот где заходишь из компа сообщение написать. Справа там смайлик, фотик, а слева скрепка. Видишь? Вот, слева скрепка, наводишь на скрепку, и там появляется список фотографий, видеозапись, аудиозапись, документ, карта, подарок, деньги. Нажимаешь документ. Сейчас тебе скину что-нибудь. Не знаю. И оно в оригинальном качестве скидывается, типа. Я тебе сейчас. Я не знаю, что тебе скинуть. Что тебе скинуть там. Ну, скину вот это. В оригинальном качестве. Подожди, а что мне скинул? А, это видео, да? Ладно, сейчас я его скачаю. 15 мегабайт, да? Да, я лучше скачаю и залью отдельно. Может, конечно, мемасы запустит. Может. Ага, сейчас зайду. У меня просто тормозит.
А называется видео анимотика. Ну, скачалась она. Сейчас открою. Я свой канал что-то не могу залить новых видосов. Пишут, что они уже были залиты, хотя они не были залиты никогда. Странно. Там Валерия Елисеева оценила мою фотографию. Телепортация изобретена. Я даже бы не узнал, что это мое видео, если бы ты не сказал. Сейчас подпишусь на тебя. Сейчас я это видео сохраню где-нибудь. Супер. Из игры Lineage играешь. Блин. Мама названивает. Да. Чем помочь там? Хорошо. Хорошо. Сейчас на остановку подойду сейчас. Есть там немного. Я сейчас поем чуть-чуть. Капец. Ну, возьму денег. Смотри, какие у нас нанотехнологии развиваются. Можно прямо в космос улететь. Кто желает из России? Венецию, например. Можно вот так вот раз и в Венецию прямо улететь. Да-да. Вообще-то, а что ты свой Смотри, какие у нас пин-код нанотехнологии поставил? развиваются. Можно прямо в космос улететь. Кто Сплево. желает из России? Made with Animotica. Но это там написано Made Смотри, with какие у Animotica. нас нанотехнологии развиваются. Можно прямо в космос улететь. Кто желает из России? Давай Можно вот так вот это раз и видео в Венецию зафорсим в прямо мимасы. улететь. В ВБМ Можно там прямо в всякое космос улететь. мимасы. Ну не знаю, там предложку к этому админу скинуть. Фиг знает, короче. Я попробую сам зафорсить. Да, скачал. Блин, мне сейчас в сад надо ехать. Да, в огород. Помогать маме и бабушке. Да, поеду сейчас на остановку, там орать будут, бесноваться, все такое. Я приму, наверное, лекарство, чтобы спокойнее себя чувствовать там, ужасно. Так. Не, я приму прямо сейчас и поеду. Наверное, да, до самого вечера. Вот, анимотика. 12 секунд. Сейчас открою. А, сейчас попробую. О, вот он я. Чё, не видно? И посмотри, какие у нас нанотехнологии развиваются. Можно прямо в космос улететь. Кто желает из России? В Венецию, например. Можно вот так вот раз и в Венецию прямо Сейчас улететь. что-то говоришь. Да это я с видео там.
Так я включил видео. Вот она. Кто желает из России? Венецию, например. Вот так, граф из Венеции прямо. Я тебе скину ВК, чтобы скачать. Я называю. Ну, скачал я. И без пин-кода? Ну да. Там нет пин-кода. Просто скачал. Тут made with анимотика написано на видео. И цифры, это пин-код? Нет, просто made with анимотика написано, это зачем? Это программа так называется. А, понятно. Программа называется. Понятно. И она установка как-то называет, короче. А, блин. Ну если что, ты там поговори, может ты это там найдешь кого-нибудь, кому понравится мне картины, покажи, показывай там мои картины, видос всем, обращение, может они заценят. Я хочу тоже в Польшу съехать и там работать. А у вас как-то в России? Все хреново. Нельзя вы, кажется, нельзя выехать, не, наверное, из-за... Из-за коронавируса фиг выйдешь. Чё надо? Да, нужно, чтобы твой работодатель выслал приглашение. Да, да, я сделаю. Пусть вышлет приглашение. Можешь спросить его? Можешь спросить у работодателя приглашение, чтобы выслал? Ну, как-нибудь. Ну ладно, мне сейчас надо немножко поесть и в огород работать в огороде, работать, копать вилкой, чистить вилкой. Сейчас надо в огород работать мне. Подожди. Чё говоришь? Какая зарплата? В огороде я бесплатно работаю. Как раб, как гвален. У тебя была и сколько? Нифига себе. У нас тоже там, но там нас не заставляют антисептик брать. Но у нас потом тоже будет так. Так. Что будешь садить? Я? Да я не знаю, что там садить. Мне, я там как просто как голем. Мне что прикажут, то и делаю. Я бессловесная тварь. Я просто копаю, ношу как голем, знаешь, как просто как этот, грузовая лошадь, таскаю, копаю, всякую хрень выполняю там. Бездушный, короче, голем я там, мне ничего не объясняют даже, не говорю, мне даже ничему не научили там, как садить, ничего. Ну я пробовал садить шпинат у себя дома, чтобы из сетчатки глаза питать. Но
Там я когда кота подобрал, он все там обосрал, засал. И выгнали меня с котом из дома. Подобрал с улицы кота, блин. Он именно там вот все засрал, засал. И не один раз. Его выгнал, или, короче, бабушка выгнала, я ушел следом его искать. Не нашел. Вот еще, блин. Не знаю, что с ним сейчас. Ну там солнечно, но ветер холодный. Мне еще ехать на автобусе на этом чертовом. В этот сад. Ну как? Средне так. Не так уж далеко. Средне. Я не знаю, может минут 20. Не знаю. Не считал. Ладно, я сейчас хочу сыграть какую-нибудь песню и залить. Что-то не заливаются видосы у меня с телефона, блин, на YouTube. Давай, короче, еще созвонимся, браток. Давай, пока покедово. Давай, выключайся. Чё так тормозит-то, ё-моё, нифига себе, тут сколько уведомлений. Пока что надо приостановить. Сейчас сыграю Poetic Tragedy. Попробую. Хотя у меня настроения нет. А, я сейчас должен перед поездкой поесть и принять. Быть какая-то эта еда. Салат должен быть, но его нет. Может, я потерял его по дороге. Маска, намордник, шапка, хреново зарядка, штанишки, которые стрёмные, но которые в которых достоинство более-менее так не жмёт. Банка с этой хренью, с подклеенным, с подсоком. Здесь у меня еда, вот в этой фигне, вот вся еда. А, сейчас попробую что-нибудь сыграть быстренько.
Хотя мне лучше сначала поесть. Сейчас в тарелку выложу салат. Так, намордник. Нужно чем-то его есть, ложечку взять. Горячий пока что. Сейчас. А, нужно же это принимать-то с водой. С краном будет. Так, антидепрессантов у меня вообще нету никаких. Нормально. Что мне принять, чтобы мне там не так тяжело было в саду, там, под психологическим давлением? Блин, вчера я три принял, это слишком много. Опять что ли три таблетки что ли принимать? Я же про, они просто, я просто уснул. Я лучше приму, короче, вот эту тему строго по рецепту. Две.
1 миллиграмм. Жаль, нейролептика нету. И флоксетина. Это, кстати, я еще не все рисунки вам показывал. Где остальные рисунки? Смотрите. Сейчас покажу. Ну, это вы видели. Это тоже вы видели. Вот это не видели. Вот это не видели. А, вот это вы видели, это первый рисунок сам. Сейчас их сфотую, выложу. Ладно, приму сейчас, короче, строго по рецепту тут все у меня. Золомакс немецкий. Горький. Я не знаю, думаю, одной хватит. Плюс еще два феназепама, 1 миллиграмм. Ай, блин, жаль, нету нормального. Нету антидепрессанта. Пропущенный вызов. А, это этот. Вайбер неудобно. А, нет, это другой какой-то. Что это за номер? Ну-ка посмотрим. Посмотрим, что за номер. Кто это звонил мне? Что за номер? Сейчас начнет действовать. Пока что сфотою. Сфотою рисунки. И выложу. Они темнее получаются, чем в реальности. И последний. Сфотал. Теперь просто залью в контакт прямо с телефончика.
париться. Просто сейчас не буду ничего чувствовать. Вместо боли и грусти в груди просто ничего не буду чувствовать, скорее легкую грусть. Может, наоборот, будет сильная грусть. Надо под зарядку поставить, блин. Блин, что-то холодно. Сейчас скину. Чего же эти видосы не заливаются? Чё за хрень, а? Должно же заливаться. Сейчас фотки залью. Четыре фотки. Остальные залиты. Эх, давай.
Легкая грусть. И такую вот сонливость. Пойду в сад работать, будет хоть польза для здоровья, надеюсь. Много слишком добавил. Чем бы еще закинуться? Скорбиновой кислотой. Пангином для сердца. Черт возьми, как мне грустно. Жаль, что у меня нет будущего. Пожалуйста, если ты девушка, ну неужели я настолько урод? Стань моей женой, я серьезно говорю. Капец, ребенка там найдется деньги, чтобы за него ухаживать. Мама моя будет нянчиться, и деньги найдутся. Капец. У твоего ребенка будут идеальные здоровые зубы, белые и до старости. Нормальные черты лица, уши маленькие, волосы ровные, ну, волосы густые, очень густые, и сидеть будут к старости. Скулы мощные, там, подбородок нормальный, нос ровный, дефектов речи отсутствует. Голос нормальный, мужественный, руки вон какие, если эта девочка родится, и как раз какие-то, ну, какие изящные руки. Рост 182 или 179, там по-разному я читал в своей карточке. Короче, нормальный рост. Неужели я просто так умру, и все, наверное, мне завершится род? Ведь я же не самый худший из всех мужчин, которые только существуют. Ну, просто хотя бы генетически. Почему мои гены не могут продолжиться в следующее поколение? Потому что девушки меня не выбирают. Что у меня нет денег? Еще чуть-чуть. Или скверный характер. Все остальное это приобретенное, оно не передастся по наследству. Короче, я обращаюсь. Если кто-нибудь может мне помочь найти жену. Что же делать, если она меня бросит? Но если я выброшусь с небоскреба, то моя мама и родители будут платить алименты, скорее всего. Короче, я не брошу тебя, я хочу просто, чтобы у меня были дети, я их, чтобы они были моим генетическим продолжением, и я с ними нормально разговаривал, и они вдохновились стать художниками, художницами, там, творческими людьми, благодаря тому, что я рисую. Пожалуйста. Надеюсь, хоть какая-то такая девушка не с любой части света. Ну неужели ты не выходишь на улицу, и ты не видишь эти рожи? Неужели я самый худший среди всех, я вынужден так. Я не знаю, в этом городе, вот ты пройдись, ты посмотри на мужиков. Это же вообще жесть. Ну, я ничего не имею против них, просто я один, у меня нету девушки, нету в городе, никогда нету девушки, ни подруг, ни друзей. Как так-то? То есть thank you.
Это просто жесть какая-то. Если бы ты видел, как выглядят мужчины, там, парни, это просто, ну, я не знаю, как в картинах Василия Шульженко примерно, ну, я не хочу оскорблять, просто примерно так вот. Ну, не все, я не про всех говорю, есть нормальные. Ну, там зубы, знаешь, желтые, как у крокодила, там, или такие заостренные. Я не знаю, короче, какая-то жесть, вот прям как у Василия Шульженко картины, вот. Там вот так вот. И меня ни одна девушка не выбирает, она выбирает. Они просто тусуются в клубе, где бухают, и все. Что происходит? Почему? Почему я умру навсегда, и мои гены исчезнут навсегда? Ведь у меня есть хорошие гены, идеальные зубы, идеальные волосы, идеальная. Глаза там нормально, все, руки редкие. Телосложение без капли жира, девочка родится, она будет хоть сколько объедаться на зависть подругам, а она не будет толстеть вообще. Это же правильно, это же хорошо. Давай, женись на мне. Только, пожалуйста, не разводись. Я не буду пить, курить, я не поднимаю руку, я ничего не делаю. Я не буду устраивать никаких скандалов. Просто будь спокойный. Если ты будешь орать на меня, я просто буду на время уходить из дома, чтобы подождать, когда ты проорешься. Капец, что же мне делать, если ты будешь орать на меня каждый день? Просто потому, что у тебя истеричный характер будет. Блин, я прошу ее, если ты девушка и ты не истеричная, ну какая-нибудь такая, ну, более-менее спокойная, ну пожалуйста. Неужели я тебе не нравлюсь? Неужели я настолько урод? Если будет парень, у него борода будет офигенно расти, завидовать будут все. Если девушка, она будет без капли жира. У парня будет потенция мощная, аномально мощная, генетически передастся. Это же правильно. Но в мире капитализма это неправильно. В мире капитализма им нужно, чтобы зубы лечили как можно чаще, чтобы были импотентами, чтобы были больными, вырожденными, все такое. То есть, понимаешь, чтобы пластические операции себе делали. Вот в чем суть. Мы живем в мире капитализма, черт возьми. Ладно, короче. Ребят. Сейчас я что-нибудь сыграю. На скрипке я умею играть. Я играл. Я рисую. Я художник. Я хоть талант какой-то есть. Созидание. Я не просто паразит, у меня есть талант к созиданию. Во мне нет никакого... Я полностью гетеронормативен. То есть твои дети, если ты сама гетеронормативная, они будут абсолютно гетеронормативны. Они не придут к тебе и не скажут, что вот там, как в песне этого... Вот. Ну, короче, мама там... Валерий Стрыкало. Короче, я не знаю... Я не буду к тебе говорить ничего пессимистичного. Короче, сама выбирай. Выбирай алкаша запойного, который будет тебя бить, там, которого у тебя дети родятся там с стрёмной рожей грубой, с дефектами речи, роста и всякое такое. Либо выбирай меня, и у тебя нормальные дети родятся, блин. Ладно, короче.